Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала её злить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Саня! А что там в эфире нового? Как международная обстановка? Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи? Так что Лондон там выжил, или даже Нью-Йорк? Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть, Полярные Зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Ты в катакомбах бывал? Как там? Пока оборону держат. Да проходили как-то. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Катакомбы. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы о жизни нашей скорбной. А то, что Шекспир, понимаешь, устарел. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтает. Это ты про большую мамку? Ну да, жена черного обходчика. Страшилки для детей. Сказки метрошные. Ну, может, и сказки. А что там на самом деле? Мы никого, кроме Носачей, не встречали, но... Все равно, будьте повнимательнее. Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль! Черт! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Собой. Уже тут в подвале вход. Катакомбы. Минут
Октябрьскую. Они туда ушли. Ебаное место. Мать.